Здравствуйте, мы с нашей группы 405, Султанова Сайдова, Сабиржанова Мафтуна и Кадыр Шожахон. Мы сделали печень, желчный пузырь и его протоки. Дуктус хольдохус декстер, дуктус хольдохус синистра, сфинктер миридзи, сфинктер люткинса и сфинктер, который прорывается к двенадцатиперстной кишке. Все. Спасибо вам за внимание. Сегодня мы с коллегами приготовили манекен печени с желчным пузырем. Сегодня у нас оператор Саид Узнурова, Ишанкова Бидалда, Худаков Азбек. Это у нас манекен, то есть модель печени. Печень мы разделили на две части, на две доли. Здесь у нас имеются печеночные протоки, туктус гепатикус декстра и туктус гепатикус синистра. Затем у нас идет общий желчный проток, дуктус холедухус, это у нас желчный пузырь, физикофелия. И имеется желчный проток, дуктус, дуктус систикус. Вот у нас. Сделали морской узел, наложили швы. Ну ладно, тебя сейчас.